Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель воссоединились на Доме-2. Они собрали заявление на развод из ЗАГСа, хотят устроить на проекте еще одну свадьбу и обвенчаться. Рапунцель говорит, что из-за Димы она рассорилась со всеми своими родными. Дмитренко отказывается признавать перед коллективом, что поднимал на Ольгу руку. Из-за этого ребята снова рассорились уже на Доме-2. Саша Филиппова рассталась с Женей Жарковым. Девушка переехала в женскую спальню. Она говорит, что никак не может забыть Иосифа Оганесяна. Рома Капакло и Марина Африкантова разругались из-за поведения Марины. Она всю ночь гуляла за периметром и не отвечала на сообщения Ромы. Оказалось, что Марина тусовалась в кальянной до 5 утра, общалась со старыми участниками Дома-2. Настя Болинская устроила свидание для Ромы Гриценко. Настя решила начать с дружбы, а что будет потом, покажет время. Ну а Гриценко все никак не может забыть Ольгу Бузову. Он пытается вернуть ее былое расположение, Рома подарил Бузовой цветы и извинился. Марго Овсянникова смогла удержать Саймона Марданшина. Саймон считает, что им нужно рискнуть и построить отношения. Овсянникова пишет о том, что на острове очень сильно скучает по своей машине. Она обожает скорость, свободные дороги и громкую музыку. Арачи Банян недоволен поведением Саши Шева. Девушка на свидании, одна выпила бутылку вина. Арай разозлился. Шева объяснила, почему она употребляет алкоголь в таком количестве. Она заглушает свои переживания. Она сильно соскучилась по ребенку и по маме. Таня Мусульбес на вечеринке тоже выпила лишнего. Виктор Литвинов назвал ее вонючей алкашкой и разругался с Таней. Сергей Кучеров скучает по Юлии Ефременковой. Он думает о том, чтобы бросить все и махнуть на Сейшелы. Андрей Денисов строит отношения с новенькой Ольгой Жариковой. Он надеется, что она искренняя, верная и честная. Илья Ебаров публикует фото с Машей Кахно. Ребята гуляли по праздничной Москве. Маша пожелала себе в новом 2018 году стать матерью. Уже пора как-никак, пишет она, не девочка уже. Многие бывшие участники Дома-2, которые приезжали на съемки новогоднего выпуска, были разочарованы, не увидев себя в эфире. Это Настя Лисова, Вика Романец и Ирина Пинчук. Видимо, редакторам Дома-2 их позитивная семейная история показалась неинтересной. Зато Татьяна Африкантова получила от съемок большое удовлетворение, ведь она умеет делать шоу. Женщина также побывала и на рождественских съемках. 7 января увидим в эфире. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.